Привет! В последнее время очень часто в новостях и в обсуждении появляется термин «рука смерти», ну или «мертвая рука», «dead hand». Что это означает? Это такое английское название целой автоматизированной системы. В случае гибели от ядерных ударов всего советского руководства и всего командования, из этого бункера дежурные офицеры могли запустить командные ракеты периметра. Она направлена на две вещи. Первое – это недопущение несанкционированного ядерного удара. И второе – гарантированное нанесение ответного ядерного удара. По некой стране наносятся ядерные удары, которые уничтожают физически вот этих владельцев ядерных чемоданчиков. И автоматизированная система в случае ядерного удара по ней гарантирует нанесение старт-ракет, нанесение ответного удара. Это как будто бы если на красную кнопку нажимала уже мертвая рука, поэтому такое название.